думаю, что если бы люди на самом деле знали бы, что их ожидает, сказать, молодые люди, декана, будущие священники, если бы знали, что их ожидает, что будет сопряжено с какими-то трудностями, то, возможно, бы они, может быть, не хотели бы писать. Хотя, вы знаете, я вам скажу, что если бы люди знали, как тяжело быть родителями, то детей не заводили бы, знали бы, как тяжело семейную жизнь, тогда бы никогда бы, ну, также нельзя с такими мерками подходить к жизни, знаете, это, ой, мне так тяжело, лучше тогда я не буду. Ну, тогда лучше вообще не жить, а жизнь все равно помнит какие-то сложности. Я себя не мыслю вообще вне служения церкви. Ну, конечно, Господь посылает все равно утешение и помощь.